Ребята из третьих и четвертых классов Видновской прогимназии приняли участие в мероприятии по безопасности дорожного движения вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Сначала всем раздали агитационные материалы и мини-плакаты, которые нарисовали сами же ученики, а также напомнили о правилах дорожного движения, ведь все происходило рядом с дорогой и на дороге. Мы, соответственно, пытаемся развить у них внимание на дороге, прежде всего, перед тем, как переходить проезжую часть. Мы объясняем еще раз детям, что необходимо посмотреть сначала налево, потому как автомобиль ближе всего находится к нам с левой стороны. Соответственно, посмотреть направо и, только убедившись в своей собственной безопасности, переходить проезжую часть. Задача была поставлена максимально простая – передвигаясь вдоль проезжей части, прикреплять к автомобилям, припаркованным на обочинах, агитационные мини-плакаты. Вот этот мини-плакат, который нарисовала ученица прогимназии Настя Огородова, я решила разместить вот на этом Ниссане. Я думаю, что водитель увидит его и будет ездить аккуратнее. Ваня Малиновский говорит, что всегда соблюдает правила на дороге и хорошо знает обязанности не только пешеходов, но даже и водителей. Где нет пешеходного перехода, нельзя ходить. Можно ходить только где он есть. И еще нельзя нарушать правила, а то полиция может арестовать и лишить прав. Изображенные ребятами сюжеты на мини-плакатах без лишних слов рассказывают важность соблюдения правил всеми участниками дорожного движения. К слову, старшие ученики прогимназии уже довольно часто передвигаются по городу без сопровождения взрослых. Поэтому и правила знают на зубок. Смотреть направо-налево. Еще надо прислушаться, ездит ли машина. Надо еще, когда горит зеленый, тогда ты идешь, а когда красный, ты должен ждать, когда машины проедут. Нужно переходить только по пешеходному переходу. Передвигаясь вдоль проезжей части, школьники вместе с педагогами и сотрудниками ГИБДД выполняли поставленную задачу. И вскоре все машины, припаркованные по направлению от школы номер 4 до здания налоговой инспекции, были увешаны яркими картинками с агитационными материалами, не заметить которые было невозможно. По пути юным помощникам госавтоинспекции то и дело предлагалось решить дорожную ситуацию. На противоположную сторону улицы. Как мы должны перейти дорогу? По пешеходу и туда. По пешеходному переходу, да? Если нет пешехода. А если нет пешеходного перехода? Пока машина все проедет, то пройти спокойно. Финишем этого интересного и полезного мероприятия стало здание налоговой инспекции, где ребята вручили информационные материалы и свои рисунки посетителям учреждения. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.